Друзья, я Владимир Вишневский, поэт, говорят, цитируемый, верю, обращаюсь к вам. Пусть нас разделяют границы, и мы находимся, так сказать, на взаимной удаленке, но есть хорошая, уникальная возможность поздравить именно вас с юбилеем. Будь вы прекрасная дама, для которой возраст не главное, или достойный джентльмен, отмеченный удачами и победами, я знаю, как поздравить именно вас со столь знаковым событием. Нет, не дежурный дифирамб, не именинный панегирик, событие, статус и масштаб способен выразить лишь лирик, и я знаю, как это сделать, и стихи вам на память останутся. Миссия выполнима. До встречи!